Спасибо большое. Все эти дни, недели, месяцы, года вместе с вами поднимали флаг нашего государства ваши преподаватели и деканы. Декан факультета И. Сергей Ильич Страхов. Аплодируйте, аплодируйте, не стесняйтесь. Заместитель декана факультета Е. Владимир Владимирович Шикурин. Декан факультета А. Леонид Павлович Юнаков. Конечно же, студенческая жизнь невозможна без самоуправления, без стремления вперед, без решения задач, поставленных именно сейчас, здесь, и в этом помогал, конечно же, студсовет. Председатель студенческого совета военмеха Вероника Ермакович. Конечно же, где-то рядом с вами всегда присутствовали эти люди. И дай Бог, что вы с ними никогда не встретились во время учебного процесса. Это самое лучшее как для студента, так и для тех, кто сейчас выйдет на нашу сцену. Потому что вся их жизнь, вся их работа связана с тем, чтобы вы от первого до последнего дня не только получили знания, которые вам помогут в дальнейшем поднимать флаг своей жизни, но и чтобы вы приобрели колоссальные навыки и жизненный опыт, чтобы у вас в жизни все получилось, потому что они переживают больше всех сегодня. Я говорю о первом проректоре по образовательной деятельности Вячеславе Александровиче Бородавкине. Конечно же, ни одно учебное заведение не обходится без первого лица, который иногда ночью туда, утром обратно, потом на лекцию, потом учебный процесс, потом хозяйственная деятельность, для того, чтобы жил университет, для того, чтобы вы спокойно могли здесь учиться. Это, конечно же, ректор Балтийского государственного технического университета военмеха имени Дмитрия Федоровича Устинова Константин Михайлович Иванов. Тому назад вы встречали этих же девчат, этих же ребят, у которых горели глаза так же, как и сегодня. Вы им говорили хорошие напутственные слова, а сегодня так уж получается, что они многие вместе со своими родителями пришли в этот зал для того, чтобы сказать спасибо большое и до свидания, военмех, здравствуй, новая жизнь. Что сегодня, в день, когда они стали уже выпускниками военмеха, скажете им вы? Спасибо. Уважаемые выпускники, уважаемые гости, уважаемые родители, преподаватели, организаторы, нам очень приятно, что военмех в очередной раз делает выпуск, выпускает новых выпускников во внешнюю жизнь. Военмех всегда отличался тем, что у нас все наши выпускники имели очень высокий рейтинг успешности. Все наши выпускники имели хорошую работу, хороший статус, ответственность. Среди выпускников военмеха много руководителей государственных структур,
людей бизнеса, космонавтов, самых разных людей, руководителей банков, руководителей оборонных предприятий, конструкторов, есть военачальники среди военмеха, самые разные деятели. Но всех их объединяет то, что у них присутствует успешность, присутствует ответственность за выбранное дело. И в плане рейтинга наших выпускников мы занимаем среди вузов одно из первых мест. Я желаю всем выпускникам военмеха сегодняшним понимать, что жизнь вокруг у нас очень сложная. Надо быть умным, надо быть инициативным. Очень важно брать на себя ответственность при решении многих задач, быть ответственным за свое дело и гордо нести звание военмеховца. Мы всегда с радостью встречаемся с нашими выпускниками, помним, знаем и выдающихся выпускников, и выпускников, которые скоро станут выдающимися. Но помните и вы свой вуз, помните тех преподавателей, тех сотрудников, которые здесь работают, потому что мы старались сделать так, чтобы ваша будущая карьера была удачной. Военмех родился с лозунгом «Военмех лучше всех». Этот лозунг был прописан во всех директивных документах, существовавшей в 1932 году Коммунистической партии Советского Союза, но этому лозунгу мы следуем и сейчас. Поэтому будьте лучше всех, будьте успешны, не забывайте наш вуз, и мы надеемся, что через какое-то время мы будем гордиться лучшими из вас. В добрый путь, дорогие выпускники!